Вы знаете, я хочу еще раз, в который уже раз обратиться к нашим патриотам, с целью посмотреться в зеркало в экономическое. Россия, как всем известно, я надеюсь уже, да, это маленькая страна с 3% от мирового валового продукта значением своей экономики. Соответственно, она имеет все те проблемы, которые имеют маленькие страны. И усугубляются эти проблемы тем, что больше, чем наполовину российской экономики, это сырьевая экономика. А такие страны всегда страдают более всего, когда страдают их старшие, скажем так, партнеры. Так вот, та самая экономика Соединенных Штатов, про которую у нас говорят, что она пустая, дутая и только печатает доллары, она на самом деле самая сильная экономика мира. У нее огромное производство, огромный валовый продукт производимый, в отличие от России. Россия – это престижная экономика, и она во многом зависит от того, как функционируют те большие, настоящие экономики, где производятся товары, смыслы и так далее. По той простой причине, что если они перестают хорошо работать, соответственно, они перестают покупать наши энергоносители для своего производства, и мы проваливаемся. Да, ситуация экономическая в России ухудшается. Я вижу это на примере многих бизнесов, которые закрываются, и многих бизнесменов, которые стонут. Усугубляется вся эта ситуация предельной коррумпированностью России. И у меня такое ощущение, что здесь все нужно перетряхивать, что называется, снизу. А для этого полностью на следующих выборах менять руководящий состав той фирмы, которая носит в мире название «Россия».